лангидаза, как мы разводим и как мы работаем. Значит, во флаконе 3000 единиц. Считается, что для того, чтобы расщепить 1 мл препарата контурной пластики, 1 мл филлера, нам нужно с вами 1000 международных единиц. Для того, чтобы расщепить 0,1 мл препарата, нам нужно 100 международных единиц. И препарат Princess, он работает по этому принципу. Если вы видите, что вам нужно, например, там, ну, убрать 0,1 мл препарата, вы берете 100 единиц и вы уберете ровно 0,1 мл препарата. Полностью вы не биодеградируете весь препарат, а то, что вам необходимо. По инструкции лангидазу разводим 2 мл. Но если я разведу 2 мл 3000 международных единиц, мне очень сложно будет рассчитать необходимое количество единиц. Поэтому в своей практике я 3000 международных единиц развожу на 1,5 мл физраствора. То есть в каждом 0,5 мл разведенного гиалуронидаза у меня содержится 1000 международных единиц. Вначале я провожу пробу. Проба – это 10-кратное разведение препарата. Поэтому к 0,5 мл разведенного препарата, да, я из флакона, разведенный флакон, я беру 0,5 мл препарата, добавляю 4,5 мл физраствора и делаю кожную пробу.